Привет, 20 июня. Идем смотреть сады и огороды. Роза вся уже цветет. Клематис зацвел. Пионы желтые, белые и фиолетовые. Крыжовник . Следующие пионы. Тут такой розовый, внутри желтенькое, белое. Студенческая гвоздика начинается уже цвести. Лапчатка, тоже цветочки уже есть. Пионы уже отцветают. Роза белая. Но чуть-чуть она розовая. Не совсем белая. Клумба роз. Желтые. О, какие махровые. Вот тут очень красивая роза, она желтая с белым. Пахнет очень сильно, очень вкусно. Лесная роза или шиповник можно назвать. Роза белая. А вот шикарная розовая роза. Смотрятся они отлично. Красная роза. И тут еще будет красная, желтая и белая еще будет. Чуть-чуть попозже. Ряд пионов. Тут розовые, белые. Разные сорта. Вот какие они красивые все. А тут, ой, какой сортовая. Тут тоже сортовые. Вот такие они потом распускаются. Тут белые пионы. Мало листочков на них. И тут фиолетовая. Но это уже последняя. Фиолетовых больше не будет. Тут огород. Редиска, лук на перо, хрен, лук на перо, укроп. Вот посадил тут салат, зайдет, трех сортов салат, и укроп. Тут у меня посажен лук на перо, красная свекла еще не взошла, ну, 3 дня только посадил тому назад. И редиска, а редиска уже взошла, 3 дня она взошла. Клубничка. Уже ем. Уже много клубники съел. Тут морковка. Что-то она вяленько идет. Виноград. Уже дает грозди. Цветочки. Виноград. Виноград. И вот какие грозди тут будут. Огурцы потянулись уже, но прополкой я не собираюсь сейчас заниматься, потому что жара стоит очень сильная. И 23 числа обещают 40 градусов. Как тут все это переживет? Ну, поливаю каждый вечер. Так, лук на головку. Уже пошли тоже стрелки.
так же как на чесноке. Кукуруза, лук, кабачки подросли сильно. Вон какие кабачки. И тыквы тоже подросли. За 10 дней это чудо. Картошечка пока не цветет, но уже высокая. Черешенька скоро будет, но очень много обвалилось. Маки сортовые. Роза наша местная, почти на каждом хуторе есть вот такая вот красная роза. Ну красиво цветет, красиво цветет. Черешня уже через пару дней будет. Ягодки, конечно, маленькие, но она первый год только цветет. Ну, как будут ягодки в первом году. Слива. Две сливки, может быть, будет. Остальные все обвалились. Год такой. Слив не будет. Груша. На груши тоже очень много отвалилось. Но груши пошли расти. Уже такие хорошие. Довольно много на дереве еще осталось. Вторая слива. На этой сливе тоже все облетело. Ни одной сливки не будет. А это груша привитая, которую прививал. Вот. Она такая крупная, зимняя груша. Но тут больше, чем в прошлом году будет груш. Тут у меня летняя малина. Очень крупная. Бывает большое место, но у меня еще есть больше места малины. В основном мы собираем где-то 70 литров за сезон летней малины. Очень вкусная, очень крупная. Всем нравится. Обход сделал, это и все. Пока.